Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Добро пожаловать в Новосибирск на местный стадион-манеж «Заря». Это ФНЛ, переходные матчи за право сыграть в первой лиге, в лучшей лиге мира. И открываем мы их с вами матчем Новосибирска и Ротора, в котором именно сибирская команда будет хозяином. Ну что, история! История пишется на наших глазах, дамы и господа. Устраивайтесь поудобнее, матч начинается. Не начинается не только этот матч, а начинаются ФНЛ переходные матчи за право сыграть в первой лиге. Новосибирск, Ротор. Опасно здесь может быть, Шмаков скидку в центр делает. Зацепили за мяч футболисты Ротора, и идет удар. Киселев на месте. Входит Гаджимурадов в штрафную. Здорово, мяч себе убирает. Гаджимурадов вдоль ворот стреляет. И Киселев здесь спасает свою команду. Это точно надо засчитывать за удар. Слимбамат Гиреев забрасывает хорошо. Рожков, положение вне игры у него. Мяч в сетку ворот отправляет, но был Никита Рожков в офсайде. Ну хотя бы так гол увидели. Хотя бы так мы с вами увидели забитый мяч. И кто бы там ни появился. Ох, опасный какой прострел сейчас вперед, заброс. Но все спокойно здесь. Все спокойно. Ну и в общем-то... Антон Кобялко бежит, Кобялко решить момент, Кобялко не попадает. С внешней стороны мяч задевает сетку. И вот, пожалуйста, первый убойный момент в этом матче. Опытнейший Кобялко прощает сейчас волгоградскую команду. Там он здорово поборолся с Алексеем Никитиным. В последнем домашнем матче сезона захотят болельщиков порадовать. Например, сейчас. Вот, например, сейчас 1-0 Никита Рожков. Вот вам и Новосибирск. И вот вам отличный пас из глубины от Муслимова Матгиреева. И вот он как принял, и вот он как пробил. 1-0. Открывает счет Новосибирск. И совсем иной характер становится у этого противостояния. Сразу другими красками оно заиграло. В чем я уверен, так это в том, что болельщики в Волгограде очень на стадион придут охотно. Алексей Никитин в моменте еще был какой сейчас. И Максим Киселев среагировал. Вот Кузьмин сегодня показал себя во всей красе. А тут ошибка на ровном месте. Сами себе Новосибирск. Момент привозят и гол привозят. 1-1. Агеев сравнивает счет в этом матче. И снова все возвращается к исходным. К исходным данным, с которыми мы начинали этот матч смотреть. Они снова сравнялись. Михаил Агеев 1-1. Фантастическая, грубейшая ошибка. Больше в этом матче ничего не останется. Мамадгиреев. Скидка в борьбе там. В борьбе все. Конев. Под удар. Моментище и все. Мог Антон Макурин точку в этом матче поставить, но не попадает по воротам. 1-1.